Привет, друзья! Вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турбо. Сегодня с вами продолжаем играть в замечательную игру под названием Тирдаун. Сегодня с вами продолжаем опять не уничтожать, снова выживать. Как так получается-то, я не понимаю. Сегодня у нас снова серия, где мы в меню с вами сидим, да, в паузе. И потому что там точно будет идти время, это я уже точно не перепутал. В общем, я надеюсь, что вы поставили большой палец вверх и подписались на канал. Дорогие друзья, сегодня у нас игра в кальмара. Сегодня у нас игра в кальмара. Красный свет, зеленый свет. Пишите в комментариях, кто из вас смотрел этот сериал. Я смотрел, но только не спойлерите. Ну, чтобы там кто не смотрел, вдруг не это самое, а то кто будет спойлерить, того я могу и забанить. Вы же меня понимаете. Короче, красный свет, зеленый свет. Нам нужно идти вперед, а потом стоять, когда она поворачивается. Потому что иначе она нас нахрен убьет. Сверху идет время, за это время нам надо успеть. Блин, стрёмно. Интересно, реально ли она меня убьет? Давайте проверим, кстати. Да, ничего себе. Блин, слушайте, реально какие-то гении. В Тирдауне реально появляются какие-то гении. Хорошо. Ладно, сейчас мы справимся. А интересно, а если в мультиплеере играть? Как это будет работать? Наверное, никак, потому что... Скорее всего, да, это не будет никак работать. Хотя, может быть, и будет работать для каждого по-своему. Интересно. Проверить бы. Либо только у хоста будет работать. Вопрос хороший. Блин, страшно. Капец, у меня башка, конечно, поворачивается. Я чувствую, что мы тут победили. Блин, а если я башку проломлю? Ладно, потом. Банальный чемпион, дорогие друзья. Банальный чемпион. Обман какой-то. Ну-ка, реально, если я сейчас башку прохреначу. Опа, ну-ка, так, давайте из дробаша. Спокойно, все хорошо. Банальный спокоен. Сон Кун Банбен. Турбо Бан. Блин, какой, ребятка, как вы думаете, какое бы у меня было корейское имя? Блин. Так, надо взорвать нахрен. Так. Ну-ка. А, понятно, это не она стрелять. Понятно. Это все обман, чтобы набрать классы. Ладно, давайте попробуем максимально быстро пройти, короче. Давай. Оп. Блин, я мог спокойно еще шаг сделать. Ой. Так нечестно, я дурак. Я два раза нажал на правило. Сейчас, ребята, сейчас попробуем. Но сегодня не вся серия будет, если что, по этой карте, поэтому не волнуйтесь. Там еще вышло обновление на русской карте с НЛО. Поэтому на нее мы тоже посмотрим. Ля, это было опасно. Блин. Играем с огнем. Ну-ка. Нормально. Банально, молодец. А у него ноги, кстати, не ломаются все, кроме ног. О, ноги-то бессмертные, ни хрена себе. Ну зато я их покрасил. Ну как? Ну нормально. Башка. Пока. Ну-ка. Убили. Убили турбо. Ладно, ребят, давайте сейчас пойдем. Не, ну прикольно сделано. Пойдем, короче, посмотрим на обновление карты этой, как ее называется. Русской карты с НЛО. Итак, дорогие мои дружочки-пирожочки, мы появились около кофе. Займы, ого, займов. Кстати, не было займов таких раньше. Класс. Согласен. Так, где НЛО? Где оно? НЛО? Еда в кредит. Блин, еда в кредит, это реально интересно. А где НЛО? Кстати, заметьте, тут зима. То есть не осень, а здесь уже зима. А где НЛО? А, вон оно летает реально. Рил леталка. Понял. Думал, какие-то проблемы. Но ничего. Мы с вами тоже... О, у меня, блин, пушка жесткая. Не, ну с такой пушки, конечно, блин, против НЛО, это, конечно... О, ничего себе. С такой-то пушки против НЛО легко, дорогие друзья. С такой пушки. Надо ее, конечно, это... надо ее это самое. Не так сильно. Давайте сделаем вообще мод. Рил мод. Не такой большой магазин. Давайте просто вот такой вот. Не самый большой, средненький магазин. Ну, остальное, в принципе... Ну-ка. Ну да, вот теперь будет довольно трудненько. Так, интересно, сейчас если мы рестартнем, то где мы появимся?
А, наверное, там же. Просто там было написано, что сделано так, чтобы мы появлялись не сразу под НЛО. Поэтому, наверное, да, мы будем появляться все время у кофе. У кофе. Да. Туалет. Да, туалет. А, но это сделано для того, да, чтобы мы не сразу умирали, чтобы у нас было время как-то что-то куда-то, зачем-то и почему-то. В принципе, ну, вы меня поняли, да, дорогие друзья? Я надеюсь, что вы меня реально поняли. Так, бежим, бежим, бежим. Мы бежим, бежим, бежим. По снежному Сергунтьевску. Так. Давайте наша задача еще и дронов вот этих тоже долбить. Блин, я не понимаю. А. Блин, опасно, друзья, опасно, опасно, опасно. Блин, это не так просто. Она, кстати, по мне не стреляет почему-то. Ладно, наша задача еще и дронов долбить, давайте. А, мама! Мами! Блин, а дроном вообще все равно, кстати. Слабовато, слабовато. Ладно, хрен с дроном. Где? Ой-ой, а что взрывается? Блин, ну, не, ладно, с реальными это слишком сложно. Блин, ну реально сложно. Но я хочу играть пока только с этой пушкой. Но мне непонятно почему-то... Могу ли я куда-то попасть? Чтобы что-то сделать, НЛО. Могу ли я вообще в него попасть? Вопрос. Потому что я, блин, коса... Да, давайте повыше поднимемся. Это что мы как эти? Так, темно, блин. Светло, темно. Не понял? Не понял? Ладно, давайте возьмем... Спасибо. Гэц. Блин, как залезть? Кто придумал это вообще все? А как? Ага. Будем считать, что мы такие, оп, вылезли. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, где моя пушка, где моя пушка? Ни хрена себе. А ну смотрите, она еще реально, о, упала. Она еще реально стреляет какими-то, да ёпстудей, взрывательными штуками, блин, я провалился. Она упала? Как? Блин, я не могу сломать окно, зато могу сломать стену. Ну-ка, вопрос. Вопрос, она реально упала? Или мне показалось? А, лошара. Упала все-таки, маленькая. Watch out. Что это значит? Есть какой-то watch out, но я не могу ничего сделать с этим watch out. Блин, о, давайте мы сейчас на ней полетаем. Помните, как старые добрые? Блин, планочка, планочка, планочка. Планочка, капканочка, как говорил один великий человек. Так, ну-ка. Ля, ребята, турбо НЛО. Ну-ка, если наоборот, вот так встанем. Нет, так не получается, а вот так. Но она не может взлететь. Она пытается, но не может, дорогие друзья. Уля. Смотрите, что-то есть. Она пытается, но не могёт. Тяжело, 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 согласен. Тяжело, согласен. Блин, давайте еще один раунд. В принципе, да, нормально. Можно из такой HK-416 вполне. С такими патронами, так скажем, реалистичными, вполне можно выживать. Ну-ка, если мы... Я хочу подразнить ее. Хочу подразнить НЛО. НЛОшечка, моя ты НЛОшечка. Спокойно. Ля, неприятно. Блин, ну то, что она еще взрывательными штуками какими-то стреляет, это прикольно. Блин, 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 ну это жестко. Ладно, выпрыгиваем, выпрыгиваем. Так, где эта собака? Просто расстрел, 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 расстрел. Не знаю, долетают ли патроны. Но это жестко. Предлагаю... Да, это вообще барак какой-то. Обама. Не смешно. Так. Давайте дронов тоже. Второстепенная миссия. Но они что-то им вообще все равно. Блин, раньше дронов дотронешься, они падают. Что за бред? Так, а где НЛОшка? А, вон она. Давайте. А, я охотник за НЛО. Называйте меня... Турбентий. Не знаю. А, подожди, или это не она? Это фальшивка? А где моя? Не, вон летает, летает, летает. Где-то там. Где-то там. Это фальшивка. Выключили свет у фальшивки. А вон она, собака. Блин, главное людей. Простых жителей города Сергунтьевска. Главное с ними ничего не делать плохого. Ой-ой. Ой-ой-ой. Спокойно, спокойно. Блин, ну ракета, то, что она пуляет, это, конечно, прикольно. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй, перекрестный огонь.
Яй-яй-яй. У меня, кстати, слишком много достаточно жизней. Надо терпеть, согласен. Блин, магазинчик разбомбили. Гады, инопланетные гады. Так, ну-ка, где ты там? Где ты там? Мороз и солнце, день чудесный. Ай, а, о! Нет! Блин, Турбенти проиграл, друзья. Турбенти в мэр. Я не ожидал, я не заметил. Я не заметил ее. Как она надо мной была в этот миг и уничтожила меня к хренам собачьим. Вон она, собака. Турбенти второй выходит на охоту. Блин, тут кусок школы разбомбили. Да. Она просто садится... Ах, блин, обман, обман. Ну как-то в этот раз реально потруднее, друзья. Охренеть, аптека. Аптека, улица, фонарь. Все. Банальный победил. И надо, знаете, так красиво, ну как будто бы я подбегаю такой, хоп, и такой, отбегаю такой, хоп, бэнс. Ну, прям фильм. И беру физикс ган и отправляю ее обратно туда. Блин, еще надо вторую тоже, подождите. Эй, не попал. Блин, надо как-то, я хочу попасть, да. Остановка, блин, что взять? Танк, нормально. Нормально. В общем, друзья, вот такая получилась серия с двумя картами. Давно такого не было. Блин, туалет. Бедный туалет. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы вдруг еще этого не сделали. Ставьте свои большие пальцы вверх, свои комментарии. Это новая серия по игре под названием Трр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 rr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 r